Итак, я приехала, вот мой LA Fitness на Colonial Drive. What is it? It's a safety kit, you know, okay. Emergency preparedness safety. Great. Вот с этой стороны большой бассейн, вот окна, вот это окна, все большой бассейн. Oh, hi guys, how's it going? Пошла going заниматься. Well. Thanks for your call. Basically, I guess we have an in-ground pool, and it's так, close proximity что у меня опять же здесь в машине? Боже, у меня в машине, опять же я показываю, который раз. А там чего только. Вот книга, которую я читаю по четвертому разу. Джон Гришем. Time to kill. Уже четвертый раз одну и ту же книгу с громадным удовольствием перечитываю, потому что не могу найти нормального писателя, нормального автора. Уже много раз жаловалась. Это детектив. Водичка, салфеточки, мусорочек какой-то здесь, не без этого. 25-центовые монеты всегда много лежит, потому что часто проезжаешь на Долл-Плазу, где нужно платить вот только монетками. И вот вчера у меня, была проблема с окном. Я приехала, у меня окно просто вот это провалилось сюда, стекло. И вот мне как-то его подставили, чтобы оно мне... Ну, его трогать нельзя, написали «no». Его нельзя ни открывать, ни закрывать. Чтобы поменять моторчик, мне предложили за $600 поменять моторчик. Я сказала «нет». И мой муж будет мне менять сам. Купит этот моторчик, поменяет сам. Либо Ваня, либо сыночек. Ну, вот и все. Вот это что за фигнюшка? Вот зачем она здесь у меня лежит? Вот Бог вот лежит и лежит. Вот так вот всяко разно. Вот лежит и лежит. Так, сейчас сюда прицеплю. Сзади тоже непонятно, что. Чего только там у меня сзади нет. Ладно, пошла заниматься. А вот, кстати, вот National Guard впереди. Я когда-то делала отсюда видео. Национальная гвардия. Вон вот этот центр. Army Force, карьер центр. Вот карьера в армии. И вот напротив Национальная гвардия. Все, ладно. Уходим отсюда, отползаем. Пошла. Так вот, это торговая плазочка. Тут весь город в таких вот, где есть место. Ну, практически на каждом перекрестке, особенно на таких улицах, оживленных, как Колониал. На каждом перекрестке есть вот такие небольшие торговые плазы. Вот там еще один магазин Target сразу за вот этими домами. И вот тут начинается мой LA Fitness. Вот это место для деток, чтобы детская игровая, пока мамы с папами занимаются, или мама, или папа. Вот тут вот детская игровая комната. Там с ними сидят воспитатели с детками. По времени даже не знаю, сколько по времени можно. Ну, наверное, 2-3-4 часа, я думаю, что ребенку можно там быть. Итак, вот кто-то приезжает сюда на велосипедах. Ну, правильно. Ну, жарковато сейчас на велосипедах ездить, конечно. Вот этот вход. И сейчас я покажу бассейн. Вот там куча всего, чтобы заниматься. Велосипеды, дорожки. Вот там вот застекленные комнаты. Там 4 или 5 комнат таких, чтобы играть в большой теннис. Я сама с собой играю. Беру мячик, ракетку и сама с собой играю. Со стенкой, вернее. И вот тут вот пошел уже сам бассейн. Сейчас я его отсюда сниму. А бассейн и джакузи. Вот никого нет, совсем меня ждет. Вот он совсем пустенький. Совсем пустенький. И вон джакузи, нет, кто-то там плавает. И вот синей штукой накрыта специальная такая штучка, которая опускает... Которая для инвалидов. Инвалид, если ножки не работают, он садится на инвалид. Он слезает с инвалидного кресла, садится в это креслице, которое там пришпандорено. Нажимает на кнопочку, его опускают в водичку. Сейчас такие приспособления должны быть. Это флоридский закон недавно вышел. Должны быть во всех общественных бассейнах. Ну, джакузи тоже считается как бы общественным бассейном, хоть и маленькое. Так что это приспособление есть и в джакузи отдельно, и в бассейне отдельно. И у меня есть видео, где мы были на Лекаева Спрингс. Там озерцо такое, там тоже вот такая штучка есть. Ну все, пошла заниматься. Депиваксы, там куча этих... А, не, вон, Вик Вилла. Викс — это
волосы не настоящие, как одеваются. Парики, парики. Там парики какие угодно. Но там не разрешают снимать почему-то. Дай бог с ними. Ладно. Пошла заниматься пока. Пошли. Вот он, какой громадный зал. Вот там даже барчик есть маленький. Людей немного. Ну, начнем с того, что сейчас день и сейчас воскресенье. Потому что в воскресенье всегда мало людей. Вот там специально для этих, для тяжелоатлетов место. Вот тут вот опять же ручки обезопасить, как сказать, телевизоры кругом и всюду. И водичка опять же, без водички никак. Sorry. Вот там мужская, вот тут женская. Все, я не показываю. Вот я взяла расписание, вот тут вот каждый день, вот воскресенье сегодня у нас какие циклы, боди, тут есть йога, тут есть цикл, тут есть зумба класс, мат пилатес и так далее. Там бассейн, там сауна обязательно, у мужчин своя сауна, у женщин своя сауна, все. Я готова. У меня такие штанишки. Да, это надо, кстати, закатить немножечко. Вот эти мои любимые кроссовки, которыми я занимаюсь. Все, вот там опять же водичка. Вот тут мой 127 номер всегда, как всегда. Все, пока. Вот там специально зал для занятий аэробикой, для занятий пилатесом и всякое разное. И теперь пойдем подниматься по ступенькам. Вот таким вот образом я сюда наступаю. А, она покатилась. Нижние руки. Итак, поехали. Старт. Старт с чего начать? Ага. Потихонечку идет. И вот тут обязательно телевизор. Где бы я ни занималась, везде вот, вот там люди ходят, везде стоят телевизоры. Можно выбирать себе программу какую угодно, можно вставлять себе наушники, слушать. Ладно, она меня потихонечку катит, ладно. Я просто сюда зашла, чтобы показать, потому что у меня коленочка болит, мне немножко как бы не очень удобненько. И вот эти вот комнатки, раз, два, три, четыре, пять, где люди просто играют сами с собой, со стенками. Вот тут вдвоем они играют со стенками. И вот обязательно баскетбольная комната. Тут она маленькая, во многих она громадная. Душевая. А для фитнеса никого пока нет. Я могу спокойненько снять. Вот выход в бассейн. Вот она, сауна здесь с этой стороны. И это все.